обязуется достроить раньше срока на 3,5 месяца. И если все пойдет по плану, уже к середине ноября следующего года в Заречье откроется поликлиника. Первый фундамент был заложен совместно с администрацией в июле 2023 года. На текущий момент у нас выполнены монолитные кровельные работы, выполнено остекление и черновая отделка фасадов. В ближайшее время строители приступят к внутренним отделочным работам. Поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену. Медицинскую помощь здесь будут оказывать как взрослым, так и маленьким пациентам. Предполагаем здесь детское отделение, взрослое отделение, кабинет стоматологии, физиотерапию и прочие сопутствующие полноценной поликлинике объекты. Это терапевт, терапевтическая зона, зона для сдачи анализов и прочее. Застройщик несет ответственность не только за строительные работы, но и за оснащение поликлиники. Найти достойного поставщика медицинского оборудования сейчас задача не из легких. Мы как раз стараемся найти такого поставщика, который это делает в срок и качественно. То есть импортного не будет ничего? Даже УЗИ-аппарата? Нет, конечно же, будет. Но вопрос, кто его приведет, кто поставит. То есть какая логистическая цепочка у нас работает именно в срок. Новая поликлиника будет отвечать всем современным стандартам и оказывать помощь жителям по системе ОМС. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».